Гомельский областный центр Олимпийского резерва по легкой атлетике створен в 2007 году. За неполное десятилетие выхованцы установы не одной чегодно представляли в область на республиканских и международных стартах. Трем спортсменам присвоено гоноровое звание «Заслуженный майстер спорту». Еще 9 человек стали майстрами спорту международного уровня. Новый научальный год распочался маль для 300 ребят, больше из яких их головные старты чакают напереди. С каким багажом идем мы в этот год, в принципе, видно. Мы отработали неплохо, это касается разных звеньев подготовки и среднего звена, там ребята стали победителем спартакиады Республики Беларусь в командном первенстве. Что касается следующего года и следующего четырехлетия, можно сказать, то оставаться при таких же планах, в принципе, активно сотрудничать с нашей федерацией, Белорусской федерацией легкой атлетики. Головный выник упартых тренировок – выступление на Олимпийских гульнях. На головных стартах 4-го у Рио-де-Жанейро у складе национальной сборной были 5 выхованцев областного центра. Сярод их Екатерина Поплавская. Зараз она, до речи, находится в отпуску, однако от встреч с начинающими спортсменами николи не отмовляется. Она делится уражениями от олимпийских баталий и мотивуя будущих зорок спорту пленно тренироваться. Ну, это, во-первых, интересно. Это где-то за границей, международный старт. Много новых людей, много нового и интересного. А бесценный опыт – это в том, что это международное все-таки соревнование, это не республиканский уровень. Это очень престижно. Еще одна знаковая подія – подарунки спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения. 4 спортсменам вручают посвящение майстров спорту, отримливая его и Кристина Концевенко, якой усяго 16 годов, что для легкой атлетики довольно незвычайная з'ява. Зараз для Кристины и усіх гэтых ребят начинается отлик нового периода у их спортивном житті. Напруженная праца и жадание отшуть смак перемог обовязково приведут на самые высшие ступени пьедесталу гонору. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадио. Компания «Гомель».